аккаунт Рамиль Бурханов показывает свой идиотизм. Ну, во-первых, ну, кретинский аккаунт, ну, скорее всего, лживый аккаунт, потому что Рамиль Бурханов написано без заглавных букв. Ну, все такими маленькими буквами. Это тоже признак, да, не пишет какой-то бред. Ну, где-то, наверное, прочитал про кут, про душу. И пишет, и откуда вам знать, что является мерилом чистоты. Все поклоняются и восхищаются Чингисханом, Батыем и прочей силой. Посмотрел бы я на ваше восхищение, если это все было направлено против вас и вашего рода. Думаю, вы запели другую песню. Слышь, гнида, Чингисхан мой предок. Потому что мой предок Турсунхан жил в 17 веке. 1600, там такие-то годы. Его дочери, принцессы, он на троне сидел в Ташкенте. Его дочери, принцессы, являются моими праматерями. Поэтому Чингисхан мой предок. И против моего рода он ничего не может сделать, потому что я его потомок прямой. И многократно пересекающийся, да? Для чего писать вот такие идиотские вот комментарии? Чтобы показать свой идиотизм, показал. Бан я отправлю.